Вот теперь крайне сложно будет сопернику отыграться. Все-таки надо будет забивать уже два мяча. И поняли игроки атаки, что вратаря сегодня можно пробивать. Чем и занимаются. А нам остается только окончательный счет прикинуть. И подает в штрафную. Мяч в штрафную. И еще один гол они забивают. Вот теперь крайне сложно будет сопернику отыграться. Все-таки надо будет забивать уже два мяча.